Так. Отлично. Как я это сделал? Блин. Ладно, пока, ребят. Только не значит... Блин. Сначала. А с этим прыжком потренироваться. Так, бежим, 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 прыгаем и жмем Э. Так, нас с этим уже не удивишь. Ну, не нормально, поехали. Нам только что говорили, что блоки должны стоять стороной друг к другу, но тут спокойно стоит угол к углу. Ладно, без комментариев. То есть у нас еще раз будет Так вот, да, большому прыжку. Повнимательнее почитать комментарии. Принники Space с разбегу. Принники с разбегу. Там потренироваться, прежде чем прыгать. А, все, понятно, смотрите. Жмем стрелочку вправо или влево. И зажимаем еще букву Е. Ух, ё. Я думаю, сейчас получится. Есть. Отлично. Я думаю, мы растратим песок. Камень оставим. Ну точно, не то, не то, не то. Это, надо будет так, именно работает мозг настоящего Майнкрафтера. Камень нужен, нужен... Ой, песок нужен, нужен камень. Да-да-да-да-да. Так, ладно. Вроде все. Нет. Уберем этот. И выйдем. Что за юмор? Как достать сундук, если он за этим... я не помню название. Думаю, это типа Стёба. Типа ха-ха-ха, там. Вы достанете сундук. Ладно, давайте так. Нет, не то, что все. А, там же теперь... Нужно ставить 4 кубика, ну что? Слизни, привет, так. Новое имя. Таух... Так, таух... Что тайкс made in China? Короче, помимо того, что мы проходим головоломки, нам эти ученые еще рассказывают, что с ними произошло. И также мы очень наблюдаем, как я сейчас только что вступил, потому что... Да.
Нет. Тогда, по-моему, там написано два раза, и только тогда тебе будет хана. Пока. Кстати, слизень упадет, интересно, или нет? Нет. Надо будет честь в следующий раз. А как он... Блин, я понял. Плохо, что я завтра потратил уже одну возможность накосячить. Нет. Еще разок. Кстати, очень удобно все-таки этот прыжок с разбегу. Я, может, что-то упустил. Но нам, по-моему, говорили, как уничтожить этот... Не знаю. А те прятать сундуки там, где ты их не можешь достать. Нет. Так. А, я понял. Сейчас я понял, что мы туда перепрыгнем. Быстренько разобьем этот стук. Пока. Сейчас попробуем пойти поверху. Вроде бы собрал все возможные блоки. Только вот тут надо... Нет, ты что подручиваешь? Фу, слава богу. Так, я насобирал 10 блоков. Кстати, кто знает, скажите, как все-таки... По-моему, неправильно поставил. Ладно. Проверим. И один блок профукал. Потому что был блок из песка. Если так поставим. Может сработать, кстати. Отлично. Ура! Прошли этот уровень. Эта музыка мне нравится вообще совсем. Ты слышишь, это что-то было? Ой-ё! Давай, беги. Нет, быстрее. Боже мой. Я вообще в шоке. Бей, где траву. Быстрее, он еще уровни пожирает. Быстрее. У меня только два блока. Короче, мне хана, ребят. А потом собирать. Блин. Ладно.